Подождите, Жаркан. На вершине Лопутево-Восточная, 6119 метров. Всем привет! Мы победили гору! Ура! Подарок на 50 лет! Мы сейчас находимся в базовом лагере и в лагере Happy Fit. Вот руководитель этого Happy Fit, господин Лакпа Рангду Шерпа. Ага, он хочет. Жора, тебя он хочет поздравить с днем рождения. Я ему передаю слово. You can tell. I am very pleasure to meet all of you here in Happy Fit in Biscayne. 5,300 meters, and happy birthday to you, for Jarkin. Jarkin, yes. Yeah, from Happy Feet. Лакпарангду Шерпа. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Я хочу добавить, вот Лакпа, он 12 раз покорил Эверест, всего 14 раз здесь в базовом лагере, да, организовывал эти восхождения. 12 раз сам заходил на вершину Эвереста. Это знаменитый человек, человек-легенда. Жора, мы тебя поздравляем из базового лагеря. Самое главное, тебе здоровье. Ну, ты нас вообще убил. На всем маршруте ты был первый. Такое ощущение было, мы хотели тебя заменить вместо этого, Портера. Давай, самое главное, тебе такого же здоровья, крепкого. И вот все вершины, которые ты наметил перед собой, чтобы ты их покорял. Еще раз большой-большой привет. Вместе с Лакпа мы поздравляем тебя с днем рождения. Давай. Здоровья тебе, семье, детям, и чтобы они добились всего в этой жизни, достигли всех вершин, которые есть на этом свете. One more again, happy birthday to you, Mr. Jarkin. Yeah, thank you.